Привет всем! Вот делала заказ Coral Club, конечно, уже не первый раз. Много что я не снимала, когда делала заказ, но сегодня решила с вами поделиться. И как раз в конце еще расскажу, что я от Coral Club принимаю. Так, вот такая небольшая у меня пака вышла. Ну, сейчас открою и покажу вам, что я там приобрела сейчас. Так, ну вот, открыла. Как всегда, чек. Ну, тут как бы продукты так есть, но коробочка Байги маленькая очень. Так, купила я попробовать первый раз пентакан. Он как бы для сосудов, для сердца, ну и дает энергию. Так, тут, мне кажется, 20 таких таблеток, которые растворяются с водой. Вот завтрашнего дня начну пить, как раз посмотрю как. Так, для зрения приобрела тоже себе витамины. Тут 30 таблеток. Вот, на целый месяц как раз. То в Даторе много сижу, уже чувствую, что глаза очень устают и напрягаться надо. И зато я решила пропить курс витаминов. Так, цинк. Цинк вы знаете для чего? Нужно и для волос, и для ногтей, ну, и так далее. Можно все на сайте почитать. Так, лакрица. Во, лакрицу. Да, лакрицу себе приобрела, потому что уже осень. И вот пойдут простуды, кашель, насморки. И я вот видео там смотрела, что очень хорошо она вычищает бронхи. И очень хорошо как бы ее разводить с теплой водичкой по 2 капсулы. Ну, я ее каждый день принимать, конечно, не буду, ни для профилактики, ни для чего. Но чтобы она стояла, чтобы было, как только простынешь или что кашель начинается, чтобы сразу начинать лечить. Тут как бы 100 капсул. И по цене очень выгодно. Не помню сколько, но очень выгодно. И еще приобрела как раз, ой, как сунули, что еле вытащить. Это альфа-альфа, как бы луцерна. Как бы она луцерна, но называется как альфа-альфа. Так, ну для чего нам нужна луцерна? В луцерне вообще очень много витаминов. А, В1, В2, В6, Д. Е и К, кальций, все. Ну, вообще, очень люцерна, очень-очень полезно. Не буду все говорить. Вот, приобретайте, если что, вот такие каталог для продуктов. И вы тут можете все-все прочитать про каждый продукт. Потому что я так очень не помню. Все, надо, наверное, еще мне витамины для памяти купить. А сейчас вам немного расскажу, что я принимаю сейчас. Вот, а тут я принесла вам поделиться, что я принимаю сейчас каждый день. Файфайбер. Это я каждый день Дели Делиши не принимаю файфайбер. Это очень хорошо, когда запоры. Вот когда я чувствую, что у меня запоры или что, я выпью вечером его. Он такой, как киселек, очень вкусный. Кушать его можно, пить его каждый день даже. Но я берегу так вот, как только у меня запоры, я вечером выпиваю, утром очень хорошо можно в туалет сходить. Это как клетчатка, очень хороший, советую. Он здесь сейчас открою. Вот такой он порошочек, его разводишь. Но только что мне не нравится, там кусочки некоторые попадаются. А так очень вкусный. Я его с удовольствием пью. Вот одна такая мерочка на стакан воды делаю. И очень классный. Вот этот мне очень даже понравился. У кого запоры, обязательно приобретите, не пожалеете. Так, пью грифонию. Грифония у меня тоже уже одна осталась, последняя. Ну, сейчас сделаю перерыв. Вот такие его капсулы. Одна осталась. Так, пью вот эти очень хорошие. Fitamix for Women. Вот эти я
советую, у кого, например, климакс, менопауза это, советую очень хороший. Я уже на пятый день чувствовала, как он работает. Очень классно. Я две купила. Вот, и курс сделаю как раз. Потом вот эти попью еще. Они как бы гормональные, еще гормоны. Не помню тоже опять, что там, но очень классные. У кого менопаузы, вот это все, вот эти его приобретите, не пожалеете. Так, лецитин пью. А сейчас открою, покажу, какие тут капсулы. Тут вот такие вот капсулы. Во, кому интересно, вот такие. Ой-ой-ой-ой. Сейчас все заделаю. Так, потом закрою. Лецитин тоже пью. Лецитин. Во. Вот такие вот капсулы. Очень пьется, очень хорошо они. И кальций, магний комплект пью. Но тоже у меня тут уже кончается. Вот. Ой, еще на 2 дня мне осталось. Да, на 2 дня и как раз все будет. Так что вот этот уже мне тут кончается. Еще, конечно, у меня еще другие были. Коктейль еще иногда пью. Но коктейль я пью Daily Delish и Faberlic. Мне они обои очень нравятся. Я и то, и то. Потом закончу вот эти. Начну эти как раз. Цинк это для мужа я взяла. И пентакан завтра вот начну пить. И завтра для зрения начну пить. Ну, я говорю, если что, заходите в сайт, там про каждый витамин все описывается. Витамины супер классные. Я еще года нету. Вот год будет в декабре у меня, как я с Coral Club. И не жалею ни о чем, витамины очень классные. Так что внизу я оставлю ссылку, где вы можете тоже зарегистрироваться. Сразу получаете 20% скидку и приобретаете дешевле. Так что это не аптечные таблетки, это все, как сказать, народная медицина, как я считаю, это все. И очень помогает, и эффект есть. Конечно, сразу нету эффекта, от чего-то месяц, два, три, может, даже ждать надо. От чего-то вот от этих мне на пятый день уже какая-то как-то спокойствие было. Ну, вообще, все нормализовалось у меня. Жары эти уже нету так. Ну, все. Ну, вообще, вот это суперская, классная тоже. Ну, вообще, все классно. Эти я еще не пробовала первый раз. Кальций, магний я уже пила. Ну, я не буду показывать, что я еще пропила, потому что они уже пустые коробки. Я их уже как бы выкинула. Так что нету. Я еще покупала, только видео вот не снимала. А думаю, надо было вообще-то снять и с вами делиться, как я поддерживаю свой организм. Так что всем хорошего дня. Внизу ссылка, где вы можете зарегистрироваться и купить на 20% дешевле. Всем пока, хорошего дня. А я пойду тут все послаживаю.